Хоть что-то было правдой? Да, в шахматы обыграла по-честному. Я не хотела с тобой так поступать, я просто хочу к родным. Ну там мои наверху. Еще можно все исправить. Поздно. Он здесь. Фиби! Фиби! Нам гость. Высокорослый, крупнорогатый. Тебе не поможет. Ты должна решиться сама. Не пускайте его в подвал! Как? По-хорошему он не поймет. Придется так. Поливаем! Говорила же, бластеры против него бесполезны! Сейчас доеду. Ага. Сейчас. Вот. Слышь ты, я, наверное, твой худший кошмар. Тихо, погоди. Поговорим как двое существ. Я не хочу тебя трогать. Зачем? Так что предлагаю ничью и расходимся. Я обратно в Квинс, ты домой в Нарнию. Ну, понятно, что нет. Я просто Надим. А теперь извини, я давал тебе шанс. Ты все израсходовал? Была же полная! Сам сказал, тренируйся. Ни у кого огонька нет? Я в 90-е бросил курить. Гордимся, это поступок. Куда? Не. Прощай, Фиби.